Всем, друзья, привет, мы в Play, и это Карма, игра про духов, что-либо еще. Давайте посмотрим вместе ее, это новинка, может быть, вам понравится, и тебе привезти, а мы вам просто покажем ее на нашем канале. Мы сами. Дети солнца. Наши жизни переплетаются с ритмом природы. Удар за ударом. От бесконечного полуночного солнца до темной полярной ночи. Мы видим изменения и приспосабливаемся. Мы наблюдаем и слушаем. Но стоит нам потерять этот ритм, стоит нам перестать слышать природу, мы исчезнем. Как мило. Уснула. Морит. Проснись. Проснись, говорю. Морит. Пересчитай оленей. Раз, два, три. Где мать? Заметил? Прости, я, наверное, заснул. Без оленихи не возвращайся. Я не подведу. Не бойтесь. Я найду вашу маму. Малява. Так где же она? Наша самая юная девочка, мы за ней присмотрим, чтоб орел не унес. Микалу в ярости. Оленьий двор. Мы получили за ним. Мне поручили присматривать за ним присматривать. Дарен. А как здесь? А. Погладить. Ну, какой красавец. Хорошенькие какие. Пойдем искать. Найдите улики. Я должен найти олениху. Деревня. Когда мы переселимся, берем с собой только самое необходимое. Остальное мы складируем или прячем, как Адия. Бабуля. Что-то не так, внучок? Я заснул во время дозора. Одна олениха пропала. Дурные вести. Олени — это наше все. Микалу в ярости. Он хочет меня выгнать.
Он уже много лет хочет тебя выгнать. Вряд ли он такое сподобится. Может быть, но мне все равно нужно найти Олениху. Пойду поищу ее на уступе. Олени там часто спрячутся от комаров. Да, надо бы. Красиво там. Хранилище земляное, да? Пески. Мой дедушка любит рыбачить. Это причал построил он. Озеро. Аку говорит, что нам нужно починить эту старую лаву, пока мы не начали переселяться. Это мои двоюродные сестры. Нана и Сьюаньяр. Говорит, ты опять Олениху проворонил? Папа, наверное, на тебя сердится. Хоть бы он тебя не выгнал. Кроме тебя, меня никто не слушает. Ты моя сестренка, лапочка. Утро. Я. Доброе утро. Не такое уж оно и доброе. Ты опять заснул? Комары становятся все хуже, но это не повод засыпать во время дозора. Ты знаешь, откуда они берутся? Нет, да и никто не знает. Помню, Аку рассказывала про диатанов, кто приходит по ночам. Но это уже не просто сказка. Аку иногда рассказывает чужие истории. Ага, кто-то постоянно крадет или ест детей? Может, все кошмары из-за Аку? А, может быть. Ладно, пойду искать Олениху. Удачи. Пойдем. О, каноэ. Надо заняться санями. А, сани. Пока не настояла, пора перебираться на зимовье. Да, это сани. Моя ошибочка. Эти гахти построил отец Али. Они слишком тяжелые, чтобы перевозить их на зимовье. О, кролики там сидят. Эти гахти очень старые. Никто даже не помнит, когда первые были построены. Маленькими ножками. Косец мне. Глава. Пропавшая Олениха. Вон она. Найдите улики. Таямба! Куда ты побежала? Это мое любимое место. Здесь можно часами сидеть, смотреть, как течет вода. Да. Красивое место. Вот здесь такая холодная вода, что зубы сводят. И очень чистая. Это наш основной источник чистой воды. На пути к озеру она загрязняется. Красота. Неописуемая. Что это такое? Видите, там может был. Зачем нам жизни непонятно. Масса Тейка. О, убегает. Ирик. О, красиво видно. Ой, здесь уже в гору идем. Куда ты побежала? Обалдела. Уже поздновато. Шо. Какой вид, какой пейзаж. Красиво, да?
так. Чулес. О, вот это да. О, огонь. Откуда там огонь? Кто-то сидит там? Три зимы назад здесь поселилась стая волков. Они окружили вокруг деревни всю зиму. На охоту за ними вышла вся деревня. Но волкам все-таки удалось убить вожака наших оленей. Потеряли одного. Красиво. О, а там что такое? Какое-то погребение вообще. Найдем, посмотрим. Аккуратней. Это что за лопашка? Брошенное что-то. Природа красивая. Очень. О, стоп. Варю. Варю. Вон. Ты убежал, ты шо? Что делаешь? Это ямба. Поймайте оленя. Встретитесь с оленьим духом. Надоело бегать? А ну-ка не двигаться. Тише, тише, знаешь же. Если так и дальше будет продолжаться, не видать ни собственного оленя. Огни горят и днем, и ночью. Да, знаю, здесь теперь все по-другому. Тебе это беспокоит? Ну ладно, пора возвращаться в деревню. Просто не убегай больше. Что происходит? Беги! Беги! О-о-о-о! Что произошло? Где? Нет, нет. Какой ужас. Бедолага. Это я во всем виноват. Я ведь должен был тебя оберегать. Секунду. Кусочек круга отломился. Ака говорил, что дух не сможет обрести покой, если тело пострадало. Нужно найти его. Не хочу, чтобы в деревне поселился твой призрак.
Этот кусочек наверняка где-то неподалеку. Достающий фрагмент найдите. Вот он. Там щит. А, нет, не щит. Вершилось. Подойди ко мне, дай на тебя взглянуть. Духохранитель. Сильная кровь. Да ты на многое способен. Ну, кто ты? Отголосок прошлого. Меня почти забыли. Но затем появился ты. Я? Давно мне не встречались ноиды. Очень давно. У нас мало времени, ты должен быстро все усвоить. Время пришло. Миру грозит опасность, страшнее, чем когда-либо. Природа нуждается в ноидах, и никто не отвечает на ее зов, пока не появился ты. Этот бубен всегда дарит надежду, теперь она воплотилась в тебе. Мне он не нужен. Можешь забрать назад. Боюсь, уже слишком поздно. Ты станешь одним из нас. Новым ноидом. Для нового поколения. Кроме тебя, никого не осталось. У тебя нет выбора. Я тебя не понимаю. Видишь ли, равновесие нарушено, и всем трем уровням бытия грозит опасность. Врата в подземный мир открыты. Из них в наш мир словно кровь хлынула хволь и скверна. И скоро они заполнят мир. Понимаешь? Конечно, не понимаешь, но со временем поймешь. Этот бубен, он дарует мощь. Ты должен научиться пользоваться ее силой. Найди четыре духов-покровителей. Они даруют тебе способности, которые помогут спасти мир. Восстанови связь с природой. Стой, подожди, врата, подземный мир, скверно. Что? То есть, деревня в опасности? Деревня, животные, лес, весь мир. Найди духа, восстанови равновесие. Прошлое, настоящее, будущее теперь в твоих руках. Постой! Я не знаю, что делать. Ладно. Надо найти духа, восстановить связь с природой. У меня получится. Но сначала нужно найти дорогу в деревню. Возможно. Она мертва. Придется передать Микалу дурные вести. Я упал с высокой высоты, а Лениха спасла мне жизнь. Бубен раньше принадлежал ей. Интересно, как она здесь оказалась? Прикольно.
бомбит так классно. Отсюда выбираться. Хм. Туннель не конца. Быть осторожнее, тут очень высоко. Согласен. Красота какая. А? Какое любопытное дерево там растет. Произрастает корнями рук. Ну, дерево всегда найдет и как расти, и такой свет. Солнце. К Сиду. Должно быть, от землетрясения открылся вход в пещеру. Бабуля? Должен поговорить с Микалом и все это объяснить. Наверняка он поймет, что я не виноват. Ну что? Бабуля, вот это взрыв. Все олени разбежались по деревне. Видишь, Всевышние, мы без них пропадем. Вот это бабахнуло, ты видел? По рыбе рябь пошла, как по воде. Интересно, как так получилось? Может, это Харагалис? Только богу грома такое под силу. Я в жизни ничего подобного не видела. Козява маленькая еще. Винь. Наконец-то! Но? Ну что? Халду. Оленьха. Она. Но, мой старый. Говори уже. Дале я ман. Она мертва. Я мертва? Тал на ночь варовай. Монер минс. Прочь из моей деревни. Толку от тебя ноль. Только жрешь. Папа. Кто еще? Ты видел свою Нияр? Что? Она разве не здесь? Я везде ее искала. Искать я умею. Может, она пострадала от землетрясения? А вот, например, я вот упала. Ее нет в деревне. Может, ее съели стало? Великаны-людоеды? Какая ужасная смерть. Интересно стало. Сначала едят с ноги или голову? Где она? Она разрешила пойти со мной, но я бы это знала. Я должен ее найти. А ты не ослабляйся, мы еще не закончили. Ладно, Нана, что происходит? Мне показалось, что тебе нужна помощь. Теперь он волнуется за Сюньяр. Ему не до тебя? Но я же не... Знаю. Ты не убивала Лениха? Все равно грустно.
Ну что, пойдешь ее искать? Папа ведь не станет сердиться на героя, который отыскал ее любимую дочку. Так что вперед, герой. Выручила нас малышка. Станьте героем. Найди свиньяр, пока я не нашел Микл. Ого, волшебный бубен. Что ты взяла, что он волшебный? Что за глупости? Все бубны волшебные. Серьезно? Ну, кроме тех, что обычные. Это же все знают. Можешь наколдовать мне, сестренка? Ну, пожалуйста. Боюсь, бубен для этого маловато. Эх. У тебя ведь есть сестра. Разве ты не хочешь, чтобы бубен помогал мне найти суньяр? Ну да. Да пусть бубен ее найдет. И я не против. Ну-ка, поможет нам? Помогает. Это что такое? Не. Аку говорит, что давным-давно потерял ключ к этому сундуку. Но Нанда рассказывала, что однажды видела, как она что-то в него кладет. Не сможем все равно. Так, это то, что мы пробегали. Ну-ка, дойди. Помогает, смотрите, магия, вот она. Пошла, родимая. Нана права, мне нужно найти суньяр, чтобы завоевать доверие Микола. И ты, наверняка это суньяр. Плачь, сей. Лагерь Жанна. Страты где? Интересно, как им удается вот так меня перегнать? Мои зайцы пропали, испугались землетрясения и разбежались. Бедные зайки, они же совсем маленькие и без меня не выжить. Их же убьют. Поищешь их, пожалуйста. Они очень хорошо умеют прятаться. Ты можешь их заметить по зимней шубке. Она у них раньше обычного проявляется. Да и волшебный бубен наверняка поможет. Найди моих зайцев, очень прошу. Обязательно найду. Ты самый лучший двоюродный брат. Других у меня нет, но ты все равно самый лучший. Надеюсь, чудища их не съели. Или лисы, или... Или папа. Поскорее найди моих зайцев. Спасите зайцев надо.
О. Мост пропал. Нужен тохпопе. Мне не получится пересечь реку. Надеюсь, Ньяр пошла в другую сторону. Надо подумать. Мост сломан, возможно, Суньяр застрял на другой стороне. Перебраться невозможно. Разве что крылья отрастить. Взрыв дошел до сюда. Вот это да. Эти булыжники такие огромные. Ты не отсюда. Жаб посадил прошлой весной, чтобы проверить, приживутся ли они. Их корни заметно разрослись. Кстати, этим летом я видел ни одного снежного лютика. Интересно, а куда они делись? Цветы красивые, но мне не хватает снежных лютиков. Они здесь раньше росли. О. Берите записи Жанна. Что там такое? Черная водянка, да? В другой стороне еще что-то написано. Поэзия темной любви. А, получается, 18 век, лучшее собрание сочинения любви Жана Франсуа Ренья II. Пусть солнце светит, пронзит почину дней. И я чувствую, как тьма крадется под кожей моей. Она растет и гложет, будто вечно мало ей. И словно плавно потом допишу. Ха-ха, возможно, рифмы. Труднее, взрослей, забей, змей. Пойдет, пойдет. Ударяет. Еще рано скверну побеждать. А? Она перепрыгнула, нифига себе. Водопада. Гамбот, скала водопада. Куда ты далеко куда-то пошла? Она что, начала искать нас?
сестра, ты куда пошла? Смотри-ка, что это такое? Не знаю, впервые такое вижу. Что-то тут не так. Смотри, шевелится, видишь? Суньяр! Суньяр? Ты в порядке? Все хорошо, папа. Посмотри на камень. Что это такое? Это смола? Ну. Ну ё. Ладно. Пора возвращаться в деревню. Но папа, сеньор, иду. Скверно. Какая-то скверна. Мерзкая. Интересно. Напишите свои догадки. Оленьи двор. Маленький козява. Ой-ой, облизнул. И мой хороший. Надо поговорить с Миколом. Не хочешь, чтобы меня выгнали из деревни? Дверь закроется, нет? Тьма. Надеюсь, закрылось. Так, давайте, друзья, на этом остановимся. В следующей серии мы продолжим. Если вы захотите, поставьте лайк, комментарий оставьте обязательно. Если мы будем продолжать ее. И вам охота ее. Так что, с вас лайки, комментарии. И да, вам хорошего настроения тоже желаю. Танюша, Анюта. Всем. Джокер. Может, кому-то понравится данная игра? Сами захотите поиграть. Всем ребята, всем пока-пока. And it's up to us to take it back. We're everyone, and we're everywhere. The ones who refuse, the ones who defy. Who are we? We are the resistance. Join us.